Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Ну что, новые реалии, новые цены. Пойдем посмотрим Volkswagen и посмотрим, что сейчас продают и по каким ценам. Погнали! Так, ну что, сразу нас встречают Polo. А где цены? Цен нету на все машины или на определенные? Цены актуальные, это что здесь? Нужно еще уточнять у специалиста. Пола у нас начинается от 55 тысяч. Ага, 55 тысяч. И заканчивается 74 тысячи. Это приблизительно нужно уточнять, потому что прайсы часто меняются. Пригласить специалиста для вас? Нет, спасибо. Если что, обращайтесь. Хорошо, спасибо. Если что, обращайтесь. Да. Но это вот более-менее актуальные хотя бы. Все, спасибо. Это у нас Пола. Давайте посмотрим на Таос. Да, видите, даже цены не ставят цены, чтобы людей не пугать, не путать. Давайте посмотрим, что у нас по Таосу. Так, Volkswagen Taos. Есть ли тут цены? А на Таос вообще тут ничего нету. Я не знаю, как вам рассказывать цены. И толку, что я вам сегодня расскажу, а завтра будет совсем другая цена, и непонятно, что вам рассказывает. Тоже этой цены тут нету. На этот автомобиль цены тут нету. Давай посмотрим дальше. Так, ну тут тоже, друзья, цен нигде нету. Ни на какие автомобили нету цен. Но машины есть в наличии. И вижу, что и Polo, если раньше Volkswagen'ов Polo не было в салоне, скажем, они стояли там одна-две штучки, и то на выдаче, на, скажем, на продаже, то видно, сейчас цены поднялись настолько, что, ну, машин хватает. По крайней мере, вот в салоне Polo так вообще много стоит. Там раз, два, три, четыре, пять. Пять Polo стоит только здесь. Таусы стоят. И видно, что уже спрос, конечно, не тот. Видно, что машины поднялись в цене. Как-то так. А вообще, это разве Таус, да? Что-то такое он красивый. Или вообще это Тигуан? А, ребята, вот извиняюсь, это вообще Тигуан. Что-то я их попутал снаружи. Это у нас Тигуанчик, а вот у нас Таус. А то думаю, что-то слишком приятно, комфортно в салоне отличается. Это у нас, естественно, Тигуанчик. Думаю, что-то Таус такой красивый. Это у нас Тигуан. Ну все, даже не получилось вам рассказать по ценам. Но на Polo вы видите, цена конкретно поднялась. Polo получается у нас, если максималку брать, 75 тысяч белорусских. Да, в долларах эта цена как бы немножко меньше стало, но в белорусских цены, зарплаты у нас не поднялись, а цены возросли. Ну, даже не знаю, что вам сказать по ценам. Наверное, на сайте можно увидеть актуальную цену. Все, короткое видео, рассказывать особо нечего. Всем до новых встреч, пока!